актуальные вопросы и предложить новые идеи. Вожатые ВДЦ «Смена» встретились с руководителем Всероссийского детского центра «Смена» Хамзатом Дурдиевым, заместителями руководителя ВДЦ «Смена» Алексеем Резником и Александром Дысленко. Каждая инициатива, предложенная вожатыми в рамках встречи, сопровождалась оживленной дискуссией. Руководитель ВДЦ «Смена» Хамзат Дурдиев рассказал о новшествах, которые скоро появятся во Всероссийском детском центре, и дал вожатым «Смены» ценные советы. Времени проводить с семьей всегда, сколько его не было, его всегда мало. Только вот, говорится, как, кому-то много, кому-то мало. Но много я не слышал еще, что было времени для семьи у всех. Всегда проблемы. Вожатые задали вопросы, связанные с их работой, проживанием, дальнейшими перспективами в профессии. Обсудили план развития и новые педагогические методики в работе с детьми. По словам участников мероприятия, такие встречи очень полезны. Хочу поблагодарить нашу администрацию, нашего директора, который идет на уступки и делает все то, чтобы педагогический коллектив развивался, менялась инфраструктура, менялся центр к лучшему. И желаю центру процветания и дальнейших планов, чтобы они только шли в гору. Сегодня состоялась беседа с руководством лагеря. Я считаю, что коннект был полнейший между руководством и вожатыми, воспитателями. Все острые наболевшие вопросы все задали, получили развернутые ответы, я считаю, достойные ответы от руководства лагеря. И в дальнейшем, я думаю, эти беседы у нас будут проводить регулярно, то есть это не первая, не последняя наша беседа. Была очень содержательная, я думаю, что состоялась. И большое спасибо, конечно, нашему руководству за то, что уделяют нам внимание, несмотря на свой такой плотный график. Большое им спасибо за это.